Всем привет! Это видеоверсия сайта военноедело.ком. За прошедшие 5 лет Россия начала военное сотрудничество с 39 странами. Газета вооруженных сил «Красная звезда» опубликовала интервью с заместителем министра обороны России Александром Фоминым, в котором он сообщил о подписанных за последние 5 лет соглашений о военном сотрудничестве с 39 странами. В числе государств-партнеров Фомин указал страны Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Таким образом, замминистра ответил на вопрос о том, как сказалась заморозка отношений между НАТО и Россией 5 лет назад. Фомин добавил, что кроме развития военно-технического сотрудничества с Индией и Китаем, российская военная дипломатия смогла добиться успехов с Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом, Камбоджей. В настоящее время развивается процесс взаимодействия с Филиппинами, Шри-Ланкой, Таиландом и Индонезией. Замминистра отметил, что в военной сфере наметилась тенденция к наращиванию взаимодействия с рядом государств Африки и Латинской Америки. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на сайте военноедело.ком.